Наверное, практически каждый во времена детства и юношества застал у себя во дворе так называемую «стрелку». Плохая привычка вызывать друг друга на бой у подрастающего поколения остается актуальной до сих пор и, к сожалению, остается едва ли не единственным способом выплеснуть свою агрессию. Ребята постарше тоже встречаются на стрелках, вот только уже на официальных. Такое название носят уличные бои, которые проводятся с недавнего времени по всей России и позволяют любому желающему испробовать свои силы в схватке по правилам ММА. Уникальность его является в том, что проводится на песке, что уже осложняет само передвижение, борьбу в партере. Залеживаться также долго не даем, как в профессиональном спорте, где в начале раунда могут обняться, лечь и до конца раунда что-то делать, проявляя активность. Выйти на импровизированный ринг под открытым небом может действительно каждый. Ты можешь прогуливаться по набережной и внезапно решить, как говорится, размять косточки. Все, что нужно, заполнить анкету и подождать, пока тебе найдут соперника твоей весовой категории. А дальше все в твоих руках. Выходи в квадрат в том, что есть, и пытайся вывести соперника из строя. Во Владивостоке таких смельчаков оказалось немало. Не знаю, интерес свой есть. По детству занимался, и... адреналин горит к этому, поэтому решил поучаствовать. Бокс и кикбоксинг по году позанимался. Понял то, что хочется чего-то еще, и пришел в ММА. Ну, ММА 3 года занимался. Знакомые выступают, очень было интересно. Когда-то давно занимался, и все-таки это же спорт, в него тянет. Но выйти туда – это уже победа. В принципе, перед боем очень сильно волновался, переживал, потому что занимался последний раз года 4 назад. Проект «Стрелка» появился около 6 лет назад в Санкт-Петербурге. За это время уличными боями также успели заболеть несколько городов России. Для молодых парней это действительно интересный опыт, ведь здесь все равны. Бойцов даже не зовут по имени, а сходу придумывают клички по их роду деятельности. Слышно, как толпа скандирует что-то вроде «водитель», «студент» или «художник». Есть один парень, ему еще нет 20, у него, мягко говоря, нету полруки, но он хочет выступать. За это я его глубоко уважаю, за его храбрость, потому что не каждый сможет выйти и в таком нестандартном формате просто показать, на что способен. Несмотря на агрессивные бои, по итогу соперники сохраняли спортивную этику и по-дружески поздравляли друг друга с победами. И даже многие проигравшие, получив дозу адреналина, заявляли, что точно поучаствуют и в следующий раз. Максим Яковлев, Сергей Тулатьев. Новости спорта на 8.